женщины оружие, мне кажется, это красиво, это стильно, как сейчас говорят, это очень необычно еще. Нашей героине Яне мы сделали легкий макияж дневной, придали чуть выразительности глазам, сделали акцент именно на них. Вообще по жизни была очень активным ребенком. Вот, я сейчас вот на сына смотрю, очень напоминает меня. И попробовала я видов спорта до фехтования очень много. И потом мой первый тренер, Царство Небесное, вот Анастасия Болеславовна, она пришла в школу, говорит, мы еще учились вот во втором классе, говорит, не хотите ли попробовать? Думаю, интересно, это же я не пробовала. Ну и пошла, и затянула. Затянула, осталась. И 21 год отдала этому виду спорта. На первых занятиях детям рапиры не дают. Вот, потому что нужно сначала какую-то физическую подготовку пойти, плюс научить обращаться, потому что это все-таки оружие серьезное. Вот, а когда, хотя очень хотелось, мы каждый раз прибегали, первый вопрос был, ну когда же дадут вот, оружие в руки? Огнестрельное оружие, холодное оружие, оно обладает какой-то сумасшедшей энергетикой, ну для меня. И ты испытываешь какие-то такие эмоции, я не знаю, что ли, то ли власть какая-то от тебя появляется, то ли какое-то чувство превосходства, возможно. Ну, то есть какой-то вот адреналин у тебя выплескивается, конечно, это так захватывает очень сильно. Когда появлялись первые победы, сначала на городских соревнованиях, на областных соревнованиях, потом на всероссийских, это, наверное, как, я не знаю, сродни, может быть, наркоману, это, я не знаю, как эти ощущения, но мне кажется, что это вот один раз почувствуешь, и хочется это пережить снова и снова. Был провал на протяжении 2 лет. И, ну, спасибо моему тренеру огромное, конечно, что он мне каждый раз говорил, что Яна, надо работать, труд не пропадает даром. Не получалось ничего вообще. Хотелось все кинуть, уйти из зала, все выкинуть, не видеть ни рапиру, ни маску, вообще никого не видеть. Когда ты приходишь домой, и тебе говорят, ты все равно лучшая. Ну, это, наверное, дорогого стоит. Переборола себя, и в итоге после этого завоевала свои все награды, которые у меня есть, самые серьезные. Когда выигрываешь чемпионаты мира, чемпионаты Европы, это нереальное ощущение. То есть ты встаешь на этот пьедестал и понимаешь, что весь мир у твоих ног практически. То есть это, ну, мне кажется, вот, наверное, там Наполеон испытывал такие вот какие-то моменты. Там, то есть вот эти великие полководцы. Ну, это даже не передать, это не рассказать. Это сумасшедшие эмоции, которые хочется переживать постоянно, и когда закончил со спортом, скучаешь по этому. Спорт я закончила, но я из него не ушла. Я теперь пошла в судейство. То есть у меня сейчас определенная тоже цель. Сейчас я стала всероссийским судьей. В январе следующего года у меня защита международной категории. И я хочу стать одной из лучших в судейском мире. Очень понравилось работать с Яной. Очень энергичный человек, веселая, добрая, смеется постоянно. К себя к сильным, наверное, не отношу. Я бываю всякая. Вот сильно в плане спорта первой. Тяжело, наверное, потому что у тебя уже, то есть ты выигрываешь определенные соревнования, у тебя есть определенная ответственность, ты не имеешь права просто опуститься там ниже какого-то уровня. Но у всех бывает, и плачу, и жалуюсь, прихожу и к мужу, и к маме, и к папе. Ну, такая же, как все, наверное. Ребенок у меня прям золотой, даже не рыжий могу сказать, он у меня золотой. И в моей жизни не хватает одной медали. Я не выиграла только Олимпийские игры. И, наверное, это он. Вот, это, не знаю, это незабываемо. Это просто сумасшедшие чувства, которые не сравнятся ни с чем. Когда ты встаешь
возле колыбельки, думаешь, ну как я жила без него вообще, на самом деле это же что-то. Это, наверное, самая большая награда в моей жизни. Может быть, это не профессиональный спорт будет, но спортом он обязан заниматься. Он должен уметь ездить на коньках. Вот позавчера буквально вот ему 3,5 года, я его поставила на коньки. Ну, пока его папа возит, там я. Вот, обязательно должен уметь плавать. Мне хотелось бы заняться тренерством, но сейчас нет возможности, потому что у меня очень далеко работает муж, и я к нему езжу. А когда набираешь детей, это все-таки большая ответственность. То есть там бросать их там регулярно мне, конечно, не хотелось бы. Вот. И мне хотелось бы стать, может быть, в плане тренерства похожим на своего тренера, который меня воспитал. И на первого моего тренера, и на второго, который меня впоследствии воспитывал. Вот. И, наверное, цель передать как-то свои знания, что тому, чему меня научили, чтобы я смогла научить. Потому что научить очень тяжело. Я просто на самом деле даже не представляю, как он там переживал наши все срывы, капризы, там истерики бывали, бывало всякое, и слезы, и сопли там вытирал. Вот, и хочется, наверное, научиться работать с детьми. Это моя работа, плюс работа – это любимое дело, что, в принципе, в жизни очень тяжело найти это.